Парламентские фракции партии АУИЛ прокомментировали предложение их депутата ввести налог на иностранных женихов. К идее Каракат Абден обложили взысканиями казахстанских женщин за браки с иностранцами. Коллеги по партии не имеют никакого отношения. Нет, фракция этим не будет заниматься, мы не заинтересованы. У нас другие приоритеты. Мы выдвигали совсем другие инициативы, более серьезные. Она является членом комитета по бюджету, поэтому здесь реализация предвыборной программы через нее обязательно будет. Сама автор идеи Каракат Абден уже пообещала оставить свою инициативу до более подходящего, на ее взгляд, для этого времени. Напомню, депутат подтвердила свое намерение продвигать такую инициативу еще во время президентских выборов. Но после повальной критики со стороны общественности в своем инстаграме Абден заявила, что сейчас в парламентской повестке есть и более актуальные проблемы. Тем временем общественность уже начала собирать подписи под петицией об отставке автора инициативы. Эта инициатива во время выборов прозвучала как одна из мер по сохранению наших национальных традиций, укреплению патриотизма. Я готова продолжать все свои инициативы и в депутатской деятельности. Но в стенах Мажилиса ни один вопрос без глубокой проработки с научным анализом мною подниматься не будет.